где-то долго были. Дятел где-то работает. И снова всем здравствуйте. Ползу я. Был где-то там. У черта на куличках. Домой идем. Не до съемок было. Фух. Угорели. Нам осталось еще минут 20 ползти. Может быть. Может меньше. Может больше. О, кулема. А там вон какая лисина здоровенная лежит. Уже сгнила. Солнышко уже на заход. На закат, на заход. А мы домой. Пойдем потихоньку. Ой. Пройдемся чуть-чуть. Носит нас нелегкая потихонечку. Вниз-то мы сбежим быстро. А вверх мы ползем долго. Елочка такая вот. Красивая. Тут все красиво. Тут нет ничего некрасивого. Ну вот пень. Здесь когда-то лес рубили. Тут он полметра больше, наверное. Даже Марин корень не снял. Хотел сфотографировать. А сейчас он больше, наверное, не попадется. Фух. Вверх лучше не смотреть. Ой. Все, сегодня не поется. Устал. Снизу мы вышли 10 минут 8 вечера. Ой, все, карауль. Куда-то туда надо идти. Или туда? Не. Влево надо идти. Хотел сказать, столб, что ли. А это березка там торчит. Фух. Ну, этот подъем, по-моему, получше, чем прошлый был. Вот так вот пойду. Такое ощущение, что здесь как тропинка. А может, и не тропинка. Вот сюда надо подняться. Змеюку я не видел ни одну. Ой. Рюкзак у меня под завязку. Все, стоим маленько, отдыхаем.
Машины где-то громыхают. Ну где? Впереди, где они еще могут громыхать? Все. Нечего стоять. Надо ползти. Вон там просвет уже видно. Все, приехали. Распускается все. Иду! Орет. Все. Сергозы уже вылез. Осталось мне добраться. Мотор бы мне поменять еще. Фух. У него и так уже залазили. Один раз. Там две штуки какие-то поменяли бякушки. В середине мая поеду. Еще проверять одну беду. Глядишь, поди что-нибудь еще вставят. Вообще буду летать как пуля. Ну, как-то так. Уёкала меня. Солнышко прямо в меня светит. Все. Отключаюсь я. Вон туда мне надо. Чё, Серёга, не хватило, да? Не хватило тяги немного? Ты меня ждал? Ну, понятно. Ну, вот и все на этом.